Не сейчас, я играю в Ньюктаун. Все на борт! Приехали мы живо расследовать причины ядерного взрыва и ожившей мертвечины. Я слышу, как Рихтофен вещает нам с Луны. Походу мы обречены. Ребята все при деле на уборочной работе, но вскоре захотели моей отведать плоти. Их разлучу с мозгами, затем добьем ножами, расчистим путь, кто с нами. Зомби наводнили этот Ньюктаун. Зомбям впихнули в башку по пуле, чтоб не нагнули этот Ньюктаун. Ищем ящик, ребята, ведь в нем автоматы и обезьяна с гранатой, мочим зомби. Убью хоть тысячу, пролью кровищу, чтоб стало чище, мочим зомби. Но они бесконечны и бессердечны, чую, мы тут навечно. Очков побольше надо открыть, чтоб ту преграду. А этот ствол мне для чего? Бесполезен он, скорее меняй его. Пулемет Дегтярева? Нет. Аналог завода другого? Нет. Лучемет было б клево? Нет. Этот зомби живой? Нет, трупак. Я набил его как чучело, просто так. Когда Чак жмет курок, зомби жрут свинец. Но лучемет эффективнее им положит конец. Агенты слабаки, их надо оживлять. Пока я тут воюю, не вылезайте, ваша мать. Чтоб повысить скорострельность, бутылки пива нужны. Что это за шум? Ракета с Луны? Ньюктаун!